На днях в прямом эфире нашего телеканала вышла программа «Тема дня», гостем которой был депутат Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев. Главными ее темами стали обсуждение новой законодательной инициативы членов Постоянного комитета по экономической политике областного парламента, касающейся новых ограничений при реализации алкогольной продукции. А также в программе обсуждались проблемы начала отопительного сезона. Гость студии выразил свое видение по обозначенным темам, которые, как известно, не всегда совпадают с мнением редакции и нашей аудитории. Но мы придерживаемся принципа объективности в подаче информации, поэтому сегодня предоставляем право высказаться тем, кто занимает иную позицию по обозначенному вопросу. В одной из программ на нашем телеканале председатель Постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев, обсуждая тему объектов муниципального банно-прачечного комплекса, высказал свое мнение о том, что эта городская собственность используется арендаторами недостаточно эффективно, усомнившись при этом в их добросовестности, что вызвало негодование со стороны предпринимателей, которые отрицают предъявленные им претензии. Компания, которой я владею, приняла в аренду этот ванно-оздоровительный комплекс, провела его, можно сказать, полную реконструкцию, сделала такой очень удачный проект, которым очень довольны жителями Пролетарского района. Здесь рядом находится остановка, да, они получили супермаркет «Магнит» и, конечно, любимую баню, которая тогда, в то время, дышала на ладан, так скажем, да, и мы смогли ее восстановить, потому что был риск того, что она вообще закроется, люди очень переживали, и мы, можно сказать, заново построили. Да, и теперь это одна из лучших бань, по мнению жителей, да, которые об этом говорят. По словам директора муниципального автономного учреждения торгово-оздоровительный комплекс Твери Сергея Мамонова, условия аренды объекта недвижимости со стороны предпринимателя Кирилла Николаева полностью соблюдаются. Более того, арендная плата вносится вовремя. За счет средств арендатора был полностью проведен ремонт объекта, в котором сегодня в полном соответствии с договором функционируют бани, прачечная и работают душевые кабины. Жители района также довольны изменениями. Поскольку у нас, опять же, отсутствие горячей воды, и людям сложно ходить, ну, пожилым людям сложно где-то помыться. Вот это было такое очень замечательное предложение. То есть люди могли сходить в баню. Вот это очень, как бы, мы запомнили.